Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать вам вот такой интереснейший ажур, который я придумала сама. Да-да, сама явился. Короче, мне приснилось во сне некое действие с трубочками. Вот правильно говорят, что те, кто плетут, больные люди, в хорошем смысле этого слова. Мне эти трубочки уже снятся во сне. И вот такое мне приснилось. Я поспешила воплотить это в жизнь. Короче говоря, здесь нет стоек. Вот у меня это применено на корневом плетении. Но я вот положила сюда белую штучку, чтобы вам виднее было. Но можно это приспособить и для простого плетения. И в мастер-классе я об этом расскажу. Как, что, зачем и почему. Плетется он легко, несмотря на то, что непонятно как. Ну, может быть, кто-то и так поймет. Короче говоря, мастер-класс я отсняла. Он есть. Но он платный. Я много денег за него не возьму. Стоит он 350 рублей. Я думаю, это небольшие деньги за новую выдумку. Ну вот. Вот такая красота у меня получилась. Значит, где меня найти? Я создала группу в Telegram именно вот для таких целей. Для тех людей, которые хотят купить мой мастер-класс. Поэтому ссылочка на группу Telegram будет в описании к этому видео. Если вы хотите приобрести его, значит, добавляйтесь именно туда, и там мы все обсудим. Значит, почему именно Telegram? Мне так удобно. Когда меня ищут в разных соцсетях, ну, хотя я, конечно же, я буду проверять все свои соцсети, и вы можете, конечно, написать и там, до этого, кто у меня что-то брал. Я буду проверять все свои соцсети, но в Телеграме мне удобнее. Это все-таки в одном месте, и мне не надо будет прыгать туда-сюда обратно. Поэтому, если у вас есть желание приобрести мастер-класс по такому ажуру, милости прошу в Телеграм. Ссылка в описании. Те, кто ждут продолжения сумочки, скажу сразу, его можно не внедрять, а просто плести обычным корневым плетением дальше. Сумочка будет через пару дней, полный мастер-класс, донышко мы уже плели, остальной мастер-класс будет, ну, кроме, конечно, вот этого ажура, будет во вторник. Через пару дней, я так думаю, что обязательно я его уже и выставлю. Ну, крайний срок среда. Поэтому вы особо не огорчайтесь, не теряйтесь, скоро-скоро все будет. Всем спасибо. Жду вас в Телеграм. До встречи.